звезды. Маша. Маша. Что ты? Да, Динка ходит. Динка вот, она самая неизвестная для Маши собака. И Маша ее, как бы надо же построить, да, Маша? Да, Машунь. А что ты мед не съела, а? Маш, что ты? Да, это твой мед, да, твой мед. Твой мед такой. Мама вчера ей дала коробочку меда. Скучно девочке нашей. Да, Машунь? Да. Смотри, аккуратней. Током ляпнет. Слышь меня? Ну все, убежала, убежала уже. А? Иди, поиграем. Пойдем, Маша? А, Маша? Маша? Ну что, Маша? Ну, Маш, ну хватит тебе там, что ты там встал? Тебя снимать неинтересно, ты коза. Ну, Макс ходит, ну что? Чего ты? Иди сюда. Маша. Под канистрой лежит фильтр от газели. Я его 10 минут назад отдал Маше. Маша его уже разъяснила. Маш! Машуня! Машенька! Ну что ты? Короче, ну тебя нафиг, я пойду других снимать. Да, вот мне тоже, знаешь, извини меня, твое настроение философическое. Сиди тут одна и как дура без съемки. А вот она, красотка Соха. Да, Сохонька, ну моя девочка. Вот у нас Фанечка разбирается с мясом. Да, Фань? Да, Фаня разбирается с мясом. Девочка новая, кстати. Мы ее еще никак не называли. Давайте подумаем, как назвать. Макс. Ну а что ты? Куда ты полезла? Чудо ты мое. А, Сов, ну вот куда ты лезешь? Что? Что ты, моя хорошая? Ты моя красавица, ты моя девочка. Да, Сох. Да. Вон тебе морковки положил целую эту самую миску. Иди ешь. Иди ешь морковку. Иди ешь морковку. Пойдешь есть морковку? Дай глазик вот. Дай сюда. Настроение у всех под стать погоде. Кто-то какой-то мрачно-сумрачная. Так, цыплят не растащили, колбасу не растащили. Что ты тут лежать будешь? Вот сейчас Соха устраивается. И сейчас ляжет на левый бок. У лосей видно, на какой бок будет она ложиться. Когда она вот две ноги поставила, передние положила. А потом уже она начинает между этими двумя ногами пристраивать либо левую ногу заднюю, либо правую заднюю. Вот какая нога первая пристроена между двумя передними, на тот бок она и ляжет. Так. Черномор. Черноморище это мое. Ну, мы решили уже не проводить следующий эксперимент. Не переселять их. Вот, по возможности
летом начать делать вот на этом пространстве, где вот до конца этого самого вольера енотского, скотского енотского, и вот сюда, в эту сторону, сделать им такой выгульный вольер, ну, с антиперепрыгом, потому что лисы лазят очень-очень хорошо. Как всегда, злобнофил, филозлоб. А, филозлобище, что ты мне шипишь, гадский папа? Злобнофил, злобофил. И русенька, вон вся в крови от мяса. Рыжик, ты все в гости ходишь, да, жених? Я русенька. Ну, в принципе, у нас как бы ничего не произошло. Спрашивайте по поводу Миши. По поводу Миши у нас такая штукенция, что Мише сделано две операции. У него была более некротические образования ткани, то есть некроз начался. Ему удалили хвост, ну фактически вообще удалили, почти что там остался один позвонок от хвоста. Значит, и у него на данном этапе времени очень мало кожи на том месте, где была операция, из-за как раз того, что пришлось удалять это все, этот некроз. И сейчас это у нас огромная такая, большая такая зияющая рана, которую, в принципе, я на видео вам их не могу показать. Будет видео не для слабонервных. Каждый день, ну, в смысле, три раза в день я смазываю ему это регенерирующей мазью, которая должна как бы нарастить кожу дальше. К чести ветеринаров клиники Сириус Вет, вот молодожены, вот молодожены. Что вы? Они сумели сохранить Мише сфинктер сам. И у него там это все образовалось. И сейчас ему еще больно, но он уже ходит в по-большому нормально. И у него держится кал. Они говорят, что будет недержание кала. Так что перспективы у нас, в принципе, хорошие. Ну, за одним маленьким исключением, что как бы смотреть на Мишу очень страшно. Когда вот там я его подвязываю памперсы ему, чтобы он не грязь не попадала. Так, Луна, мясо почему не едим? А? Единственное, кто абсолютно нормально ест. Это Кира. Бэк кабенится, он два куска мяса лежат замороженные. Ну что ты, курица? Что? Кто? Ты. Что? Приходит весна. Мы прожили еще одну зиму. Зима всегда бывает таким, знаете, каким-то определенного рода испытанием. Для нас,
особенно финансовым испытанием. Потому что раньше было как, я давал более заниженные данные по электричеству зимой, когда у нас очень много нагорало, а потом прибавлял их летом, чтобы компенсировать и на осень выйти уже на какую-то ровную, ну, реальную сумму, реальную, вот енотовидки, колбасу не едим, цыплят не едим, короче, завтра опять голодный идет. А сейчас горэлектросети проверяют каждый месяц счетчики, и уже нельзя перераспределиться с лета на осень, с осени на лето. Досяне дерутся мелкие, играют. Дундель идет. Дусенька моя девочка. Да, Дунька моя красавица. Она очень хорошая девочка. Да, Дунька. Ты моя лапочка. Ни в кого не кинем камни. Ну ладно. Что-то там происходит на гамаке, но не видно. Ладно, дорогие друзья, спасибо вам за комментарии. На хейтеров мы уже не обращаем внимания, потому что уже устали. Вон Маша играет. Пойдемте посмотрим на игромашу. Коруза распился. Маш, Лунечка. Ну а что ты, вредина, медведина? Что такое? Что? Что это такое? Вредная медведь. Вредина медведь. А, Машусь? Ты моя игруля. Да, Маша? Что-то. Ну и зачем тебе? О! Так помыла, полетела. Вот, видели? Видели, какая крутая медведица. Да, Маш? Ты самая крутая медведица в мире. Маш, Лунечка. Да, Маш? О! Кто ты? Ну, покажи, как ты барыня делаешь. Давай барыня сделай. Барыня. Барыня, 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 сударыня. А, Маша. Ну, вредина медведина. О, да. Ярочка поет. Ну что ты, ну. Маша такая хулиганяша, няша наша, Маша хулиганяша. Да, Машунчик? Что? Ну ладно, пойду я дальше делать.